Наконец-то хозяйка повесила колбаску. Птички очень соскучились по глиняной колбаске. И теперь грызут ее с таким аппетитом. Остальные камушки их так сильно не интересуют. У них есть и камушек, и морковка, и сепия, даже две. Но как только появляется глиняная колбаска, то все, они ее сгрызают за один день. Я теперь ее вешаю в клетки, чтобы большая часть огрызков падала все-таки в клетку. Колбаска уже наполовину съедена, точнее измельчена. Чтобы не все выкидывать, я подставила кормушку. Глина, которую они грызли, посыпалась в кормушку. И теперь не нужно будет сразу все выкидывать. А то колбаски обычно на один день хватает. Еще они грызли морковку. Так измельчает морковку обычно Чарли, но Филя тоже мог. Ну вот они ее как погрызли.